Так, друзья, у нас еще один отель, это Шамс Сафага. Идем смотреть. Достаточно большая береговая линия, песчаный, абсолютно песчаный вход, но посмотрите, здесь очень мелко, возле отеля нужно туда-туда, и только там уже начинается глубина. Вот так в целом, если маленькие дети, нормально самим. А, вот этот отель, в котором мы сейчас были, он совмещен еще с одним отелем, Imperial Shams, поэтому мы тоже одновременно смотрим мою территорию с вами. Пляж у них, собственно, большой один, он, конечно, разделен, да, но в целом гулять по нему можете, но шезлонги у каждого свои. Вот здесь в центральной части бассейн.